Коллеги, приветствую вас. На 23 сантиметра за прошедшие сутки прибыла река Тобол и в Упоровском районе. В селе Коркино сейчас размыта часть дороги и мост. Еще вчера сюда пришла вода, и сейчас остаются отрезанными от большой земли 14 домов. Все жители эвакуированы, однако кто-то все-таки приходит в свои дома, чтобы покормить скот и проверить свое имущество. Хочу добавить, что на другой стороне улицы также есть риск, что дома в ближайшее время будут затоплены. Уже в воде некоторые строения, например, сараи и бани. Жители также эвакуировали, и вот полиция ездит по улицам и предупреждает о необходимости покинуть свои дома. Хочу заметить, что сейчас здесь все-таки надеется, что до домов вода не дойдет, и жители активно укрепляют дамбу, чтобы спасти свои дома. Вот в 94-м у меня по первое бревно было вода. Фундамент затопляло и первое бревно, но все равно в доме воды как бы таковой не было. Как бы и не ощутил, что вода была. Вот огорода затопляло полностью. Имущество и дома жителей, которые эвакуировались, охраняет полиция, ну а сами люди живут в пунктах временного размещения, а также у родных и близких. Но они надеются, что в ближайшее время все-таки смогут вернуться домой, а бескрайнее море пойдет на спад. Коллеги.